Алексей, скажите, пожалуйста, а где ваше любимое кафе, в котором я сейчас накормлю вас супом? Такого не существует. Понятно. А, передай привет своим друзьям. Вон кафе, кофе вкусно. Хорошо, я поняла. Нет, я просто в шуме не умею разговаривать, Лёш. Я же не мотоциклетная совсем. У меня свой хайп. Ты мне скажи, как фамилия этих людей, которые приедут на следующей неделе? Пятигорский. Кто еще? Как? Кого знаешь еще? Захаров еще, и все, да? А в, а в Инстаграме есть какой-то красивый Дима. Это Топольна Плющихина. Так. Потом есть еще Илья. Я тоже фамилию не знаю. Ты приезжай в выходной, здесь все будут. Выходной это когда? Вот друг наш тоже. Здрасте. Можем ему сватку цепить и тоже можешь снять. Да? Хорошо.